Илюша, посмотри в камеру. Селфи для мамы. Ага. Вот Мама, такое замечательное селфи. мы едем кататься на кайте. Илюша очень счастлив, что у него сестра блогер. Илья, как всегда, очень любит, когда я снимаю видосы. Куда идем с Питочком? Большой-большой секрет. Идем мы в Пестово втроем, но ветра почему-то нет. Ну, он тут не ощущается, но я его слышу. Ну да, ветер слышно. Мы взяли уже сноуборды, взяли вон у меня там парафойл, у Илюхи кайт. В общем, сейчас дойдем и будем пытаться кататься. Прямого подъезда нету, поэтому мы припарковались, переоделись. И чешем. В общем, если ты хочешь кататься, то люби, катайся, но сначала пройди 1001 испытание для того, чтобы, во-первых, подгадать под ветер, подгадать под погоду, найти, где кататься, собери все это. Ну, в общем, подготовка занимает 15 часов, а каталка 15 минут. Хочешь кататься? Люби, катайся. Ёперный театр. Папа. Папа ответственно несет Илюхину трапу. Короче, пары вот 13 вертолет как надо. Слишком сильно. В общем, 12 даже доставать не будем. Будем на парафоне. Пушки пробуйте. Сначала Любка, как самый тяжеленький. Приходится ну, как бы... буром крючочек для вещей, чтоб не улетели, вкручивать. Я не знаю, на видео видно, как снег фигачит или нет, но по звуку должно быть понятно, что он просто кишнял. Кайф, наверное, я тебе, а там до машины. Который я с таким трудом тащила, блин. Он, блин, стоит вместе с планкой больше сотки. Понятно. Вы думаете, не будете его доставать? Я ветрище такой, не. Нет, ну много, я думаю. Ну, я сейчас, конечно, только если я к Илюхе на закорки залезу, тогда может норм. Ну, ватрушки там сколько. Не-не, много. А он может дые. Улетит. Так, это 6 квадратов. Хватит снимать. Ну и пока... я прекратила снимать и помогала Илюхе подготовиться к каталке. Папа снимал нас на видео и показывал виды, в которых мы сегодня катаемся. Вот так у нас сегодня. Они придерживают кайт. Очень сильный ветер. Я одеваю сноуборд. Ну что, я встегнулась. Трапеция хуже, чем корсет. Корсет вообще детский сад. Пока встегивались, я разбила себе губу.
Не знаю, видно, нет. В общем, даже кровь шла. И я все забыла. Сколько я, наверное, года 3-4 не каталась на кайте. И вообще все забыла. Позорище. Отлично! Дед Мороз. Где там мордой в снег упал? Что снег ковырял, кидал?